Добрый день, меня зовут Петр. Сегодня мы хотели бы вам представить обновленную линейку TVI оборудования HiWatch от компании Hikvision. В первую очередь, оборудование HiWatch предназначено для предоставления монтажным компаниям высококачественного современного оборудования по доступной цене. Линейка оборудования TVI HiWatch включает в себе камеры 1 и 2 мегапикселей. При этом все камеры оборудованы ИК-подсветкой. Для удовлетворения широкого спроса на продукцию были выбраны следующие типы камер. Стильная купольная камера для использования внутри помещений. Небольшая цилиндрическая камера для использования на улице. И универсальная антивандальная камера в металлическом корпусе для использования в помещении и на улице. Все эти камеры имеют фиксированные объективы. В заказ доступны следующие варианты: 2,8, 3,6 и 6 мм. Также в линейке HiWatch есть 4 камеры с варифокальным объективом. Купольная, антивандальная и уличная камера на 1 мегапиксель. И купольная для помещения и уличная камера на 2 мегапикселя соответственно. Все камеры с разрешением 1 мегапиксель также могут работать в аналоговом режиме. Для этого в камерах присутствует удобный переключатель видеосигнала. Данное техническое решение идеально подойдет в тех случаях, когда у заказчика ограничен бюджет, требуется ремонт или замена устаревшей системы. TVI-видеорегистраторы HiWatch также представлены в 2 модификациях. Серия G позволяет записывать все камеры с разрешением 1 мегапиксель и дополнительно одну IP-видеокамеру. И серия Q, способная записывать камеры с разрешением 2 мегапикселя и дополнительно 2 IP-видеокамеры. Все регистраторы HiWatch способны записывать не только TVI-камеры, но также и аналоговые AHD-камеры и IP-камеры. При этом запись можно производить с использованием современного кодека H264+, позволяющего значительно экономить дисковое пространство без потери качества записываемого видео. Видеорегистратор HiWatch поддерживает подключение одного жесткого диска размером до 6 терабайт и имеет функционал для осуществления умного поиска в архиве. К каждому видеорегистратору вы можете подключить один микрофон. В результате конечный потребитель получил готовую современную линейку оборудования, которая идеально подходит для построения систем с ограниченным бюджетом.